ты же чему подиспелишь, да? Нету проблем у тебя никаких с этим? Хорошо, давайте. У нас два шамана, холиприст и ДЦ. Хилов нельзя никого отпускать. Танка, пожалуйста, держим. Хазарак и Навамхир сильно танка держим. Холиприст рейд поднимает, как обычно. Ой, ты в танке оставайся. Я боюсь с собой рисковать. Я лучше так, с стороночки. По станам. Веселочка, у тебя все хорошо вкачано там? Все хорошо вкачано. Веселочка, ты на всех волнах валяк станешь трусы. На всех. Носокс, ты на всех волнах валяк станешь ромбик. Носокс, плюсани, если ты услышал. И веселочка, плюсанить. Веселочка. Протопал, алло. Протопал, ты услышал, кого ты станешь? Короче, кальк, ты на первой и третьей волне станешь вальку. Кружок первую. Разовые латы, ты на второй волне станешь, на второй и четвертой. Кружок, точечно, молотом правосудия мы станем. Гнев небес мы не используем. Повторяю, сос, паладины, гнев небес не использовать. Точечно первую вальку ретрики, вторую вальку рога. Всегда рога. Третью вальку всегда протопал. А, ну он услышал, что-то, блядь, ничего не отвечает мне. Ладно, все, чек на пул, баф и готовность проверяйте. Всех, пожалуйста, посмотрите, чтобы вам все хватало, чтобы вы были топ по ДД. Все готовы, я запустил. Пока лист спускается, минутка прикола. Ну не минутка, там 5 секунд. Только стой, стой, 5 секунд прикола, все хорошо. Танчи, пожалуйста, лича. Не так, как вы всегда танчите. Вот тут будь, чтоб ты вот здесь был. Понял? Вот так вот, короче. Вот тут лич спиной к рейду стоит. Чтоб если на тебя кинулась ловушка, мы не охуели все. Сука, ты тупой, я всегда так танчу. Все, сейчас. Потому что... Давай, давай. Ну ты что там за 5 секунд приколов? Тебе говорят, 1 плюс 1 это 2! Ты приходишь на следующий урок, тебе говорят, сука, логарифм десятичный, 15x, катангенс, ебать, бисектриса, пошел нахуй. Охуенно. Это должно было нас смотивировать. Это даже круче, чем анекдот Романа про пидорасов, когда вы меня несете. До пула. 3 секунды. Одна, пьем фласки. Поехали. Ваня, что ты мне в ЛС не отвечаешь 10 дней уже? РДД ловушка. Чума 5 секунд, приготовитесь. Зелон, вар. Диспел, здорово. Милизона ловушка, двинулись. Ты не так танчишь, ебать. Я попросил наоборот стоять, ты стоишь опять в эту сторону, ебалом, плеча. А когда тебе в стол было повернуть? Милики, ловушка. Ну так, короче, если на тебя кинется ловушка, никто не пострадает. Вот как сейчас, долбоебы, ебаные, блядь. Это я вас порол. Бьем, бьем, бьем. Там два дверноря вылетели, бьем. Диспел чуму. Выплеты 5к ДПС улетели. РДД ловушка. Милики ловушка, милики двинулись. Чума, полсекунды. Льеро, Льеро. Диспел. Хорошо. Хорошо.
Протопал, ловушка, аккуратно. В портале ловушка, ребята. Милики и РДД, не заходим в портал. РДД, ловушка, и уходим на край. Протопал, уводи подальше. Диспел чему с протопала? Зубы протопала. Ой, ты там 1%, ты поведешь сегодня его куда-то, не? РДД, ловушка, все на край. Похуй на Войда, идите на край. Шары, ШП, ханты, шары. Заливайте ману. Совы ману, как я распределял. Саншу, гимн на ману. Ставьте тотемы. Я звездочкой буду, с чуть-чуть справа от босса за спину становимся первый раз. Потом определимся. Локи на краю остаются. Никто в центр, Локи не бежит. Обдотали духа. Даю салы. Шар убили, шар убили. Все за спину, босс. Босса бьем. Быстрее, быстрее, звезду, кучнее. Каток, ханты. Всех трех валик бьем. Ромбик, застаньте. Лужу разлил пидорас какой-то, выходим с лужи. Так это ты, блядь. Точно? Я так и намекнул. Хуёчно. Води лужу, пожалуйста, ставь плеча. Я знаю, что это я, ребят, что я вас когда-то пидорасами называл. Рост, ребята, рост, рост. Надо было не давать, ну ладно, давайте рост. Лужу вправо, вон волк мертвый лежит, видите? У какого-то неудачника ханта. Лужу к волку несем. К волку лужу. Приготовились, слушаем лужу. Станы вальком. Пострадамус. Хорошо, хант, можно мертвым притвориться. Станы вальком, бьем вальки. Почти к ханту. Пожалуйста, ромбик, застаньте, господи. Все в трусы. Ой, здорово. Лужу на краю отливаем, потом лича в центр. Все в босса играем. Осквернение 5 секунд. По моей команде рейндж. Милики на рейндж. Раз, два, три. Ушли милизона на рейндж. Аркома, лужа. Все в центр. В центр, в центр. Быстро, кучно, кучно в центр. Звездочка на мне. Быстрее, противоположно от лужи. В звезду все. Каток, ханты. Бьем три вальки. Станы, станы, ромбик летит, пиздец. Через ромбик играем. Все в ромбик. Еще стан. Две других вальки поехали. Осквернение 3 секунды. Рейндж. Хилы, РДД, рейндж от валик. Ой, здорово. Ну, кружок. Кружок забили. Кому-то не повезло. Лича. В центр, пожалуйста. 5 секунд, валькиры. Так тебе надо было сказать, ты его стать должен был. Еще ближе к центру. Звезду все кучно. Каток есть. Готовимся к валькам. Две вали в центре бьем. Опять, блядь, пидорас с лужей. Извините. Круг трусы. Трусы играем, все в трусы, забили на лича, трусы. Ебать, почему так дохуя процентов? Осквернение 5 секунд. 3 секунды, набрали рейндж.
Рейндж наберите. Беги! В звезду все пришли, все в звездочку. Кучно в звезду. Приготовились валик бить. Ромбик не бьем. Ромбик отпускаем, две других бьем. Трусы круг бьем, ромбик не бьем. Ромбик можно разбить так-то было. Там, блядь, 10 тысяч. Трусы, трусы быстрее. Все, в босса. Еще раз в центр, станы валькиром и в босса будем играть. В центр все. Станы валькиром, в звезду прижались. Играем в босса. Точечно станы раздаем, Гром, как раздавали, и в босса. Осквернение 3 секунды, рейндж. Станы валькиром, хули, блядь. АОЕ станы, гнев небес стан. Господи, умоляю, Аллах. Ну если что, мы в берсу упремся, мы не убьем сейчас. Попробуем. Ну, пиздец, конечно, вторая фаза. Я заранее говорю, просто время потеряем. Нормально. Там не сильно кто-то важный улетел. Все есть, у нас хилы есть, бьем. Злой Евген, ману на Хазараку заливаешь все время. Альпич, гимн на ману читай. Фактически ни одного сильного ДД не улетело, носок все улетел только. И с руля более-менее. Шары, ШП, Хан, шары, пожалуйста. Сова, помогай с шарами, сова, шары. Сова, бей шары, я вижу, что ты не бьешь нихуя. Добиваем духа с маленьким количеством хп. После комнаты бьем красный крестик. Лича после комнаты на край. Пять минут до берси, убьем мы сейчас. Давайте в звездочку. Живем. Если никто не сдохнет, живем. Смотри, что мы сейчас сделали. Ты сбили лича, а РДД духа. Бежим. Какая разница? Потому что, чтоб, ну, типа, чтоб не было потери в ДПС. Бежим. Я думаю, ну сейчас мы хотя бы одного духа развалим, посмотрим, где лич сейчас будет. Бежим. Бежим дальше, дальше бомба падает. Бежим звездочку, еще бежим. Бежим, бежим, далеко бегите. Бомба слева, прижмитесь к стене. Хан, ты можешь к стене вжиматься? Че ты ловишь уже вторую? Бежим еще. Вот тут стоим до конца. Все бежим к краю. Сейчас очень важно, чтобы вы не умерли. Не ловим духов с неба. Смотрите, перед мордой духа не стойте. Духа к краю отверните. Красный крестик бьем. Выходим отсюда. Бежим за личом. Милики за личом. РДД за личом. Протопал вам все приведет. Вы не уроните его. Бежим за личом. Бьем лича. Вернение 3 секунды. Поливайте красный крестик. Крестик долейте хотя бы. Хорошо. Не умирайте, блядь. Держим воина. РДД, бьем гневного духа. После выхода из комнаты духа и лича ведем к порталу. Аккуратно духа понад краем ведешь. Бежим. Очень аккуратно духа понад краем ведешь к порталу. РДД по возможности дотаем духа, милики лича бьем. Бежим дальше. Бежим. Лок, секонд сокс, СС на веселочку. Лок, Льеро, СС на войд Кнайта.
Идем. Идем. Вот тут. Повесила СС. Вот тут стоим, кастуемость. Это очень плохо. Ну ладно, бежим. Бежим далеко, бомба падает. Быстрее, быстрее, быстрее. СС на Войт Кнайта тогда, пожалуйста, секонд. Идем. Идем дальше, проходим, проходим. Бомба летит. Духа вбейте, блядь. К порталу все. Резче к порталу, резче к порталу. Духи спускаются, никто не ловит духов. Пожалуйста, бегите от духов. Паладины в бабл кальк, иди духов лови. Кальк, только кальк. Не умирайте от духов, только за духами смотрите, за маленькими, похуй на все. Не сдохните. Еще раз спускаются духи. Быстрее к трону, быстрее к трону. Жаль от маленьких духов. Рома, 30% мы его не убьем. РДД, гневного духа бейте. Давай попробуем. Хули пробовать, сам. Просто ты умер зачем-то. Ладно, падайте. Чем ты умер? Блять, духи. Начисляй ГП Димасю и начисляй ГП Вару Зелону по 200 ГП, пожалуйста. Вы два долбоёба. Вы что, не знаете тактику, как от ловушек убегать? Да твар там... просится каждый кадавр раз и улетает на ловушки. С такими темпами можно в раз не проситься. Там 20% это 20 лямов, там никак не снести эту хуйню, блядь. Там будет Берсана, будет процент. Да у нас 7 волн валик было, мы 6 волн валик разбили, и одну только вальку, по-моему, уронили. Ну так 7 волн. 2, наверное. 5 волн это можно убить, а 6 волна это вальк. Как и 3 Шаркари, 3 метеор. Он пал розовый лад и улетел на вальке, по-моему, на 3 или на 4. А Хант, Арт, Вейдер весь бой с нами был. И разница у них в дамаге, короче. Не вижу цифры. 1.5 миллиона. А Фрострадамус тоже улетел? Да, Фрострадамус тоже улетел. Ну и все, блядь, пиздец. Короче, я б нахуй вот 4 человека будут поменял. Ладно, еще раз трай так даем, если не получится, то замены пизды дамаги. Далеко можно его, в принципе, убить просто, блядь. Косяк какой-то был. Свалик сильно. Ты говорил, тебе вальки надо было бить, а не отбить босс. Ну, ты видел, мы почти успели, это так чисто 10 минут. Заменится. Он первый раз в Гере. Олег, заходи кем-то. Кто там нужен? Посмотри. Ну, ШП лучше всего, Олег, ты тут? ШП нужен. Димас, спасибо тебе за рейд. Войт, начисли ему ЕП, я не знаю, сколько там надо. Пусть идет. С Богом. Надо перед боссом говорить, что первый раз на личе, и надо тактику рассказывать. Давайте фулбаф по рейну. СС на Войда, да? Льеро на второй переходке на Войда, Second Socks на веселочку. На второй переходке.
по станам все то же самое. Кальк первую третью волну кружок, розовые латы вторую четвертую кружок молотом правосудия. Рога ромбик протопал трусы. Саншул розовые латы. Розовые латы, Ретрик. Все готовы? Лича запустил. Все на позицию. Неужели прибыли, наконец, хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг? Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде, но я не буду слушать твои отчаянные крики. Виталик, он красава надамажил, давай еще раз станешь. Ей безграничной мощи. Да будет так, герои! 5 секунд до пола. Секунда. Я оставлю тебя в жизни, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Милики, милики, это милики, двинулись милики. Чума, 1 секунда, вынести обязательно. Прострадамус, хан. Быстрее, быстрее, диспел. Здорово. РДД. Никто, можете не двигаться, а ловушка в центре. РДД. РДД ловушка. Чума 3 секунды. С рулера. Диспел. Здорово. РДД ловушка. Двигаемся все. РДД ловушка. Двигаемся. Готовимся. Чума 3 секунды. Шаркающий в рейд. Здорово. Актул голы, чума, милики. Чума, чума, милики. Хорошо, стоим. Протопал, еще 5 шагов назад. Милики, ловушка, все на край уходим. Уводи, протопал, протопал, уводи. Два процента, льем ловушку и на край ушли. Зубы протопал один. Милики, ловушка, все на край. Иннеры своим шаманом совы. Саншу гимн на ману, пожалуйста. ШП и канты шары. Ёпта, что там такое с агро? Отдал сало, короче, дух. Фулл доты духа. Локи на краю, остальные все за спину, в звездочку, чуть-чуть справа от босса. Льем каток, ставим тотемы оков земли и бьем валик. Шар убиваем впереди. Рост по моей команде даем. Сейчас ничего не даем. Точнее, в звезду. Хули вы так далеко? Ханты, совы всякие. Бьем, Ваня. Все три вожжи бьем. Кружок станьте. Розовый лат, стан кружок. Осквернение Эршам. Замечательно. Валик добили.
Все, все в центр. В центр становимся. В звезду становимся. Лужа бежит вправо, вперед. К ледяному склепу лужа. Внимание, осквернение, вправо, вперед. Готовились лужи. ДЦ, хорошо, вышли все. Бьем Вали. А кто Волголыс, там кружок, рост. Рост, шаманы. Трусы добиваем. На краю остались. На краю стоим. Лужу разливаем, потом в центр. Осквернение 3 секунды. Милики рейндж. Кальк, лужа. Все в центр. В центр, в звезду. В звезду. Все в звездочку. Приготовились станы. Поехали, все вали. Бомбик не вижу стана, все вижу, да. Осквернение 3 секунды, вышли из-под валькир. Все, босса бьем, лужа, на Вольде лужа. В центр пошли. Звездочку чуть-чуть влево, все влево от луж. Приготовились станы. Валик бьем. А Ктулгалы, станешь кружок. Я стану же. Ромбик, стан. Стан, ромбик. Лужа, 3 секунды. Рейндж. Вышли из-под валик. Все валик бьем. ДЦ лужа. Здорово. Быстро трусы застанили. В трусы сыграли. Я в ромбике лечу, если что. Меня бьем. Трусы, ромбик, быстро ромбик добили. Все, лича переводим. Здорово, просто здорово. Лича играем. Никуда не идем, ничего не делаем. Чуть-чуть рейндж набрали, осквернение 7 секунд. 3 секунды лужа. Все, на край. 25 из 25. Никто не падает, никто не, ничего не делает. Духов маленьких не ловим ни в коем, блядь, случае. ШП, ханты, шарики. Совы, маны своим шаманом. Холи, прист, гимн на ману. А, холи читал, ДЦ гимн на ману. Надо бы объяснить. Традиционный, блин. Шар, пацаны, шар. Здорово. Протопал, забирай духа. Даю сало духу. Обдотали его, заходим в комнату. Лича на край после комнаты. Чего? Идем. Чего говоришь? Идем за мной. Дальше проходим. Сейчас дальше. Духов, пожалуйста, лупашем. Проходим, еще бежим. Все, здесь до конца будем стоять. Лича на край, все духа бьем. Сквернение в центре. Обдотали духа, убежали все к трону. Убежали, забили на духа, побежали.
Протопал здесь остался, сам добивает. Смотри, сейчас он дыхнет, блядь. Вот, я же сказал. Протопал, одержим, он ловит духов. Сквернение. Вышли, вышли с лужи. Бежим, не прыгаем, бежим далеко от лужи. Неопытный. Бежим. Ты же видел, это ж он в обычке лужи не мог выпить, да? Бежим. Не помню, он или нет. Бежим. Бежим. Блин, мы прошли все целка 25 гер, а рога этот до сих пор на лича добирает. Бежим и вправо в угол зажимаемся. Прошли, говорит, сейчас как упадем, ебать. Бежим. Бежим, 5 минут до персы. Надо успеть. Была. Тебе очень повезло, что ты там была, а не есть. Все к порталу. Лича к порталу. Быстрее к трону. Не тяни, быстрее уводи. Саншу лужа. К трону. Рейд к трону. Маленьких не ловим. Давайте, последняя комната. Звездочку мчимся. Еще мчимся. Первую группу захиливаем. Чуть-чуть вперед проходим. Еще идем. Еще немножко вперед ждем. Впереди бомба, не бежим. Стоим, стоим, побежали. Сакру протопал один. Здорово. Господи, не повезло. Бежим, хилимся. Хотели упасть, падайте, блядь, к порталу. Рейд к порталу. Все, добиваем. Никуда больше не войдем. Блядь, ты еблан, что ли? Войд. Ебать! Чё? Вот это ты даун, блядь. Я такого никогда в жизни еще не видел. А как вы упали-то? Ну, осквернение было в центре. Ты прыгнул, лич пошел за тобой. Когда лич не видит целей своих, он их всех портует в центр. И весь рейд портануло в центр. Ты охуеть. Можешь себе 500 ГП начислять. Пиздец. 1%. Бля, у меня слезы наворачиваются. Теперь, блядь, будем траить до 6 утра, да? Нахуя ты спрыгнул? Ты что, пошутить хотел или что? Нет, блядь, ты че? Все, кикаем Войда, замену ищем, короче. Пусть тактики учит. Блять, ну это ж так должно было не повезти, чтоб лужа была в центре, и этот еблан спрыгнул ради прикола. Сука, это что, блять, смешно кому-то сейчас было? Прыгнул, ты охуенно. Просто охуенно.
кнопку заело 3 года назад. Да ты пиздобол, ты прыгнул, пошутить хотел, я знаю. Да я не прыгал, ты видел, я шел. Почему рейд сейчас? Ой, бой повис, там вали что ли или что? Откуда там вали? Мы что, так долго в инсте? Ну да. 2.5 часа. Короче, кого бьют Вали, умирайте, пожалуйста. Вставайте и бегите аккуратно к личу. Даже не бегите, мы тут шкаф поставим, просто реснитесь и будьте на первом этаже, только умрите сейчас. А что, ДЦЛ, ты ушел или ты что-то из-за валиков ливнул? Мария. Так тут ни на ком вальки не висят. А, все, слетел бой. Давай, сакансок, шкаф. Тыкать. Сука. Можно подойти поближе. Не бегите, пожалуйста, мы всех присуманим. А что, ДЦ ничего не написала, просто ливнула? Прикольная гильдия собирается. Так в том ЦЛК пишет, 5 лет сидим. Поэтому просто нахуй можно ливнуть, кинуть пацанов. Но это не она написала, это уже тебя добавил. Кто надо? Хил нужен, Ваня. Заходи, Артру или ДЦ. Баланс true и приз ПД. Что, Олег, хоть копий прися. А что с ним случилось? Короче, 1% у лича. Войд прыгает МТ со скалы, лич бежит за ним, нас всех портуют в центр, в центре осквернения, мы все умираем. Так отфигайте, Войда съебли. Сука. Что за филаты? Зачетный ник. Фулбаф, Ваня, раздай кресты. У тебя вкачанные кресты, Калик, ничего не баф. Я ж тебе рыбу фулбаф все здесь. Помню, как-то мы долго траили лича, короче, там, ну, просто тоже процент, там, или 3, или 2%, и он лич просто берет, на трон забегает, ебать, фул хп.
Ебать, мы угорели тогда. Ну, я помню, Ибрагим когда-то... Ибрагим, как его звали, блядь? Друид был у нас такой. Его, по-моему, Анар звали. И... Рома, ты пропал, походу. Слышно, работает РК? Да, да, я не пропал. Я в каске. Есть чек на пол. Ну, я же говорил, когда вы меня пидорасы тащите. Кризифилакс, ты здесь? Все готовы, басу запустил. Киньте, я ебать, чё я ебать, мы киньте. А чё она просто так ливнула из рейда? Наверное, потому что Славик охуенный шутник. Да, я, блядь, не шутник, я говорю, блядь, заеванный. Так может он просто упал, всё, чем доказано, что я не Славик прыгал, виноват. Там даже на видео видно, что у меня идёт персонаж. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быстро, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки. Ты, наверное, теперь. Или приз. Да, ладно. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством. Когда-то тоже на 2% был у нас друид такой МХТ. И ДК у него был себе где-то, он просто ДК, блядь, вечно в рейды ходил. Вот он лужу на 2% также разлил. Пиздец. Сейчас, конечно, ситуация хуже была у Бойда. Ай, блядь, сейчас умру. Рога, Рога, не умирай. Чё так быстро бой начался? РДД ловушка. Виталий Кун чума. Диспел. Хорошо. Кто чему диспелит теперь? Ваня, ты диспелишь. РДД ловушка. РДД ловушка. Чума 2 секунды. Диспел протопало, здорово. РДД ловушка, милики проходим тоже. В центре ловушка, ни у тех, ни у тех. Чума, готовимся, 1 секунда. Карик, чума. Здорово. РДД ловушка. Последнюю ловушку разливаем через секунду и на край. Чему куда-нибудь несите. РДД ловушка, все на край уходим. Все на край. Слева смотрите, Хазарак. Ой, новый Амхир, шаман, диспел. Диспел по рейду, хорошо. Иннеры своим друидам. Холи Прист гимноману, пожалуйста. Сильно дотаем духа. Вой, давай ему сало. Даю свое.
И все, все в центр. Ты сделал кружок. Так, Рома? Сейчас не мешай у нас, трай. Все в звездочку, плотно к плечу, каток наливаем. Две вальки бьем в центре. РТД и хилы, выходим из-под валькир сразу, чтобы вас тут не было рядом. 3 секунды лужа, здорово, уже далеко. Играем босса. Лича в центр. Становимся в звезду. Лужа бежит направо, вверх, к трону. К ледяному этому склепу бежит лужа. Инеры по КД шамана. Рост по моей команде. Лужа, приготовились, осквернение. Раз, два, три. Физика, блинк. Здорово. Валя, бьем рост, рост. Шаманы, рост, бьем валькир. Все на краю остались, РДД хилы рассосались, лужу разливаем, идем в центр. Жирный он красавец, просто снужи. Сквернение 3 секунды, милики рейндж, РДД хилы рейндж, хант лужа. Можно притворяться мертвым. Все в центр, быстро в центр, спиной к порталу. Спиной к порталу. В звезду, все в звездочку. Приготовились вальки. Станы валим. ОЛДД валькир. Трусы круг. Быстрее трусы стан. Стан трусы, актулгалы. Осквернение, выбежали, выбежали с лужи. Ой, отлично. Все, все лича переводим. Смотрите, 3% на край готовимся вести. Станы валькиром и в лича играем. В звезду все, в станы вальком и на край. Все, здорово, здорово. Все на край. Ебать, ну мы опять в 25 перевели, сука, если сейчас кто-то засрет типа Войда, я приеду и выебу вас, блядь. Маны по КД шаманам. Альпич, гимн на ХП, пожалуйста. Хотя не Руси, к тебе ехать. Ой, гимн на ману, Альпич, перепутал. Молодец, здорово, ты все понимаешь. И че, не услышал, Вань, сори. Ну если ты к Славе будешь ехать, то тебе надо собачья упряжка. Ну, агро. Паладин, ты забирай, пожалуйста, новых духов. Тех, которых мы бьем, танчит БДК. Ты сейчас не нового духа я забрал. Обдотали духа, разбили шар в центре. Агро. Доты духу в комнате за звездочкой. Побежали в звезду. Гейский голосок какой-то был. Не ласковый, просто бежим. Латентность? Почему латентный, я, по-моему, давно признался. Бежим. В смысле, признался, что я не гей, блядь. Хуй его знает, мы танчим так, у нас БДК танчит духа, мы его бьем. Появляется новый, пал его забирает, чтоб он не был в рейде. То есть у тебя друида ДК... нету, ты как-то сильно на тапочки ужал прям. ДК забирает с пала, мы бьем духа. Ну потому что с ДК нельзя сорвать его, с пала можно. Пал нового забирает. Духа добиваем, лича на край. А дух до пизды, да, что на мне? Протопал, забери, пожалуйста, гневного духа с White Knight.
Быстро к порталу ушли. Забили на маленьких духов. Ушли к порталу. Сквернение 3 секунды. Лок. Иннеры дайте. У Хазарака нету маны. Дайте что-то по иннерам. В комнате с руля гимна мана. В звезду бежу. Вижу тотем. Вижу. Заходим за угол быстрее. Бежим дальше. Все, стоим до конца. Уходим к трону. К трону быстро все. Прости. И так в домике. Осквернение 2 секунды, рейндж. Сосиски. Сосиски. По-моему, это были сиськи. У тебя есть сиськи, Рома? Вам послышалось. Давайте последняя комната. Звезды все. Чешки не экономим, отдаем чешки. Никто, блядь, с платформы не прыгает. Окей. Полипал, лови. У тебя бомба бьет, Ваня. Бежим. Нормально. Бежим далеко. Быстрее. Подстоим. Бежим. Еще дальше проходим. Давай по центру побегаем. Да давай, пошли в центр. Ты уже побегал на 2%. Ты заебись побегал, да? Как парагон. К трону уходим. Спасибо, Дарас Войду, за то, что нам доп ЕП засрал. В смысле засрал? Ты знаешь, сколько там времени в реальности? Ну ты в первом трае взял и упал зачем-то. Мы убили и так. А во втором ты спрыгнул с платформы. Вот ты 2 трая запорол просто. Во втором там на ловушках еще улетали. Это... Ну это первый трай. Второй. Я улетел на втором. Ну улетел на втором, а на первом умер. Просто ты умер от лича, блядь. Не прожимал специально, чтобы надо падать и сдох. Мы в бомберсу прижались, ты чё? Да откуда ты знаешь? Да я вижу, блядь, сколько я раз его убивал, ты чё? Их видно 30% у лича хп и 3 минуты, и 2 минуты до берсы, блядь, вот и считай. И, отдал их в мои руки, как я и минус 10, блядь. Тебя следует наградить. Минус 7 там было. Ну, блядь. Так неплохой рейд. На леди вообще молодцы, на синдре тоже молодцы. Да, заебись. Даже с таким хил сетапом, 2 шамана, 2 креста. Нормальный сетап, что-то хватит.
типа. И превращать воина в плети. Не, он нормальный, можно и в 4 приста ходить, но это же все зависит от качества хилов. Сегодня-то они были ничего такие. Вот у нас вчера был какой-то Blood Moon друид в норме, сегодня он из гильдии ливнул, вчера. Зачем? Марат-то шамана из гильдии. Свет, даруй мне. Марат, по-моему, не играет уже как год, наверное, или два, блядь. Да не, но он иногда же заходит. Нахуя он заходит? Он же не играет, я говорю. Я был недавно, но он был варом в Лире с нами. Не знаю, Марат нормальный, типа. С ним поржать можно. По крайней мере, тут кому-то моему ВК кидает, то, что я читаю. Да так листаешь, листаешь, там что-то пишут, пишут, такая картинка от Марата, такой, оп, и настроение поднялось. И вот я стою, как лев при... И не дрожат они. Им неведом страх. Что там, Войт, ты тут? Сейчас давай стараешь. Митриос, надо кому-то? Заберу без гипа. Без гипа. А, ну вон на офспек палы нужен. Кидайте ровно. Терена срать. Так, на... С руля. С руля, да? А в рейд не плюсовали, а получают теренасы, приходят. Защитник. Наркология, ты чей хан? Кто это наркология? Это носок взял. Фу, блин, это носок, короче. Че там, кто еще на iPad заходит? Хоть надо кому-то? Я там сова. Ой, я почти там дороже Виталий до него. Там Виталий на танк ролил, а ему за Митриос 10 дали. Да? Кого? А. Чё? А, ты про это? Сегодня телевизор включил, там смотрю, одни кони выступают. Порошенко, Гройсман, Тимошенко. Все так кобылится. Кони мне не надо. Вот, а если на мейн, то это меньше добавляется ГП, а если на оф, то больше, да? Если на оф 10%, а если на мейн, то 50%, когда сам ролишь. Тебе сейчас 50% должно добавиться. Все. Так, не ливайте кто-то из рейда, останьтесь, мне надо в целка зайти. Как мне, блядь, лут этот сдать за коня, который я получил? За шказа шеем. Да спрыгнет.
Ближе будет. Ну, в смысле, сейчас я на первом этаже, короче, должен зайти, и там я могу поздавать все эти темы, правильно? Да. Только сундук открой сначала. Да не, я его давно, я еще 3 месяца назад его лутанул, только тогда не взял эти темы. И с тех пор забываю все время, когда лечение бывает. Хороший рейд, ребят, спасибо, Войт, начисли ЕП, пожалуйста. Да я его давно взял, начисли ЕП, блядь. Все зашли, да?